Всем привет! Сегодня у нас будет интересный обзорчик на вот такого вот повелителя бури, который мы вкачали и уже тестировали на лабиринте. В принципе, довольно неплохо себя показывает. Смотрим, что он будет делать. Так, ну он прокачан на максималку, призывает столб огня, который наносит урон 1680% от атаки в течение 4 секунд по вражеским целям в радиусе действия и накладывает эффект оглушения на 3 секунды. Также герой получает при активном умении на 60% меньше урона и имеет иммунитет к оглушению страху, кулдаун 5 секунд. Самое основное этого героя, он наносит урон равный 12% от максимального здоровья героя. Так, вот такой вот бог войны плюс 90%, ангел, чтобы он сильно не проседал. Рунами у нас стоит ремочка, артефакт топор, в снаряжении пока стоит проклятое поле, тестирую. Со звездиями он собран на крит резист и плюс жизнь. Что он у нас имеет? Атака 9363, в принципе, не очень много, то есть есть герои покруче намного. Также 7100 бонусом идет, жизни у него 304 000, то есть это фактически танк. Частота атаки 800, неплохо, скорость движения 320, тоже неплохо. Как-то так. Ну что, поехали, начнем с рейдиков. Так, давайте сейчас в кого-то воткнем. Ну, как видите, самое главное, чтобы он бур запустил, слился. Жизни мало. Вроде касалось бы 300 тысяч, а жизни маловато. Так, сюда мы не доберемся. Так, надо какую-то интересную расстановку. Ломает все. Смотрите, сейчас он просто включится, забора не станет. Заряжается он, кстати, очень быстро. Хватает всего 3 удара. 3-4 удара, точнее, он уже заряжен. Он вот опять включился. Успеет? Нет. Слился об хранителя. Моментально причем, то есть урона у него очень много. Вот как фея пропала просто. Так, надо магию взять с собой. Так, немножко их подморозим. Давай, кидай свой бур. Ну уже. Смотрите, как он в стане стоит. Ну, урон просто бешеный. Ну, сливают его. Вроде казалось бы 300 тысяч, а сливается очень быстро. Любая отражалка, он себя убивает сразу же моментально. Так, нас немножко подблочили. Но пускай свой бур. Не успел. Ну, реально картонный. Бог войны, только хорош, когда он будет... первым бить. Так. Так, 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 так. Давайте сюда Расика поставим. Вот такого вот Ареса с бастом. Вот
Так вот, в принципе, как вариант, смотрите, что он делает. Вдвоем они неплохо смотрятся. Так, а ну-ка еще разок попробуем. Так, мы их заблочили. Не успел. Просто сливают его. Ничего не могу вам сказать. Сами все, в принципе, видите. Очень картонный. Очень. Но по урону, смотрите, что он делает. Он просто тупо сливает. А вот любая отражалка убивает его. Не хватает жизни. Поэтому вариант, скорее всего, что даже не бастион ему качать, а лучше каменку. Сейчас попробуем еще разок. Так, он не может включиться. Тут ара работает. Ну. Герои просто пропадают. Попробуем тут. Сейчас выманим кого-то. Посмотрите, как он стол включил. Офигеть. Ну, чуть-чуть нам не хватило. Чуть-чуть. Давайте на него поставим. Вместо ангела вот так слоника, а ангела мы поставим на Аресика. Вот мы заблочили, смотрим урон. Ну там они все пропадают просто. Это что-то нереальное по урону. Смотрите, сейчас он брус запустит. Вот Ронин сзади него. Все, Ронина просто ушатало. С таким уроном, конечно, очень жестко. Так, давайте где-то его. Вот как он буркинул. Офигеть. Так, у нас там Фрея блокируем. Смотрите, что делается с героями в центре. Он сейчас, конечно, зависнет, но... Да, печальненько, печальненько. Хорошо. Смотрим еще пару. Вот давайте тут попробуем. Раз. Дворожа я просто слил. Это жесть. Рину. Там по Рину плюшки подходят. Ну, в общем, как-то так, ребята. Не знаю. Как по мне, реально, заоблачный урон. И он один из сейчас самых топовых дамагеров. На архидемоне он просто будет тащить. Так, ну-ка попробуем тут. Ну, включишь свой бур? Давай. Ух ты. Ну, просто сметает все. Единственное, подхило ему немножко, все. Кто там у нас Рину сопротивляется? Да, там Рину сопротивлялся. И Анубис еще. Да, это вам не это. Так. Бигфут.
Ну давай, 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 иди сюда. Успели, успели. Включился. Смотрите, какой урон. Офигеть. Вот он уже, в принципе, пропал. Но бур остался все равно. Смотрим, кого он там успел слить. Бигфут, ворожей, стрелок. Просто, просто пропали. Давайте потестируем теперь его в подземках. Интересно посмотреть на него. Кошмарка. Давайте кошмарка 5. 5-10. Ради интереса. Вот таким вот составом. Начнем сразу с него. Я магию, конечно же, не взял. Я красавчик. Ну, как видите, реально дамаг заоблачной жизни не хватает. Но если вы будете использовать РСа, который поблочит там хотя бы на время, а он включится, все. Там ни один герой не выживет, ни с любым талантом. Возможно, там еще ожог спасет, либо что-то такое. Но 3 секунды стана, блин, и такой урон, это просто нереально. Давайте вот так сделаем сначала. Конечно, тут не тот состав, но ради интереса просто посмотреть на это все. Вот он пошел дальше в центр. Смотрите, кидает столб. Там череп, конечно, блин, мы не успели черепа убить. Но там возле него просто нереально пройти. Сейчас мы другую подземочку возьмем ради теста. Зайдем в подземку с демонами. Точнее, с месса. Так, жестокая, 8-10. Делаем, кидаем его здесь и кидаем с другой стороны ворожая. Пока без тыковки. Вот он включается. Все. Смотрим. Ну, по-моему, им тут вообще просто нереально выжить. Смотрите, какой там урон проходит по этому. Так, хорошо, надо магию взять. 12% с руки, это дохренище. Ну, без даже столько не сделают урона. Так. Тут каждый удар получается с руки 12%, Анубиса только с умения. Так, запускаем еще раз. Так, вот. Давай, включай столб. Ну, смотрите на урон. Да, блин, опять не успел. Завтыкал заморозить. Засмотрелся. Сейчас мы постараемся выловить. Кидаем ворожея. Смотрите, 1,5 миллиона, 1,9 миллиона. Это урон у него с руки. Как он их просто раздает. Хилься, хилься. Ну что ты так, ну. Эх, ворожей, ворожей. А теперь давайте попробуем просто с тыковкой.
затестить. Думаю, для подземок тоже будет довольно-таки хороший вариант. Такой герой. Так, смотрим. Вот у нас ускорение пошло. Смотрите, как он жрет героев просто. Одного за одним. Смотрите. Это жесть. Я офигею. Просто там 1-2 тычки и все, их нету. Бешеный герой. Реально очень бешеный герой. Так, ну в принципе, давайте еще в экспедиции затестим его, посмотрим, выпустим. На арене я вам уже его показывал. Можем сейчас еще раз его выпустить. Посмотрите, что он сделает с кристаллом вражеским. Как вам такая фигня? Это просто жесть. Бедный череп. Просто посливал половину героев. Давайте тут попробуем. А, и тут однозначно всех завалим. А, не, наложили на него молчанку. Жесть. Ну-ка, смотрим, сколько урон с руки. 125, 125, 125. Дальше просто нереальный урон начинается. Давайте еще этого затестим. Или давайте вот с тыковкой какой-то есть. Со вторыми эволюциями. Смотрим урон. Ну, просто... просто нет слов, что он делает с таким уроном. Так, хранитель череп. Просто нереальный какой-то герой. Ну, сделаешь его? Смотрите, 4 героя. Чуть-чуть не хватило нам. Буквально 2-3 секунды. Просто бешеный. Бешеный повелитель дырок. Ну, в принципе, давайте еще в королевской глянем на него. В остальных локациях я вам его уже показывал. Просто будет бешеный урон. Сейчас герои будут чисто пропадать. Ну все. 200, 200, 100. Можно вкачать себе такого и бегать вот так вот. Не заморачиваясь. Так. Ну вот, в принципе, все. Вот такой вот герой. Не знаю. Пишите комменты, как вам. Он, какую сборку вы хотите увидеть, буду качать еще, наверное, не одного, потому что герой мне очень нравится, герой реально имбовый. Многие там говорят, фигня, фигня, не фигня, это реально один из топовых героев бездонатных. Поэтому желательно его иметь в алтаре. Он достойный, скажем так, по сравнению с последними введенными. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.